Я такую игру, похожую, про пол-литровую мышь с канала Дважды Два видел. И не только, их много таких игр. Так, я там запустился, да? Все идет. Я вот в игре про пол-литровую мышь даже, помнится, чуть ли не 100-метровку пробегал. Вот мы возвращаемся домой. Да, Мель, я эту игру видел. Ну-ну-ну-ну, давай, 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 давай. А, черт! Я знаю такую игру. Да, очень прикольные. Да, это очень забавная такая упоротость. Именно то же, что убивалка времени на пару так минуток. Сейчас попробуем побить свой рекорд 54 метра. Ну почему говнофлешек, мель? Они хороши. Я же говорю, это именно для убивания времени. Да, именно чтобы чисто. Сейчас у нас в качестве убивания времени всяческие, блин, однотипные пазлы, типа три в ряд там или пузыриков, и всяческие мобильное говно, там мобильные раннеры с донатом. Кто о чем от доширакобалкашки? Ну так. А ты знаешь, Нолик, что, ну, не дошираком, но ролтоном самое оно закусывать алкашку. Сухим именно. Сухой бутер, вообще ништяк. Самое оно. Пивас особенно. Мель, на сотню метров меня и может не хватить, Как видишь, я пока до 60 не добрался. Тут на самом деле можно мышь как-то держать в таком положении, чтобы он вообще практически не отклонялся. Тут чуть сильнее вильнешь в сторону, и все, его начинает шатать опасно. Тут главное мышью двигать еле-еле, чтобы он вот так вот не падал. Сильно мышью в стороны водить нельзя. 60 есть, да, Мель. Но на 100-метровку меня я не знаю, хватит или нет. Ты все-таки. Но я в пол-литровой мыши проходил очень много, я помню, там. А в этой. Ай, забыл уже все навыки. Их много таких игр. Именно вот на такую тематику. Просто заменяют вот этого мужичка на других личностей. Я думаю, даже какую-нибудь русскую поделку можно найти, если покопаться в этом говне. Привет, чердак. Как видишь, у нас здесь марафон упоротых флешек. Я иду домой. Я иду домой из бара. Я не дошел домой из бара. Ладно, попробуем еще пару минут погонять. Может, до сотки я дойду все-таки. Но вряд ли. Это надо тренироваться, это надо постичь дзен. Надо самому выжрать пару литров, чтобы персонаж начал более реалистично двигаться. Самое плохое, что он иногда отклоняется уже настолько, что как бы ты ни шевелил мышью. А Васил 18, тут, по-моему, вообще игра бесконечная. Тут, ну как бы, выиграть нельзя, просто побиваешь свой рекорд. Привет, Ксенокос.
Я засмотрелся в чатик и упал. Ладно, попробуем побить рекорд 60 метров. Сильно. Антон Вульф, можешь пройти эту игру? Ну попробуй. Называется Home Run. Пройди ее. Игра 2004 года, я смотрю. Да, ох уж этот 2004. Нет, Василь, сколько можешь, столько держись. Называется. Я думаю, есть задроты, которые здесь и 500 метров, и километр проходили. Вот мне интересно, как он, настолько сильно отклоняясь, может идти вперед. Мне бы так. Да, Назафокс, правильно, верните мне мой 2004. Эхо, какие у меня были флешки в 2004. У меня в 2004 году, ну и раньше, не было интернета. Все флешки я получал из дисков к журналу PC-игры. То есть вот купил мне батя журнал. Я его прочитал, вставил диск. Сначала это были CD-диски, потом мне поставили специально для них DVD-привод. Я, батя начал покупать с DVD-дисками журнал. И вот я на DVD-дисках качал флешки, и не только флешки. Смотрел видосы, программы разные качал. Демки. Вот, я уже дохожу 70 метров. Ладно, еще чуть. Мель, напомни по расписанию, кто там, во сколько после меня человек? Ну, Джек Рост. Во сколько он там после меня? Чтоб сильно его не... А то, ну, игра такая достаточно однообразная ведь, на самом деле. Просто идешь вперед. Падаешь. Ну, Мель, просто тебе сейчас удобнее заглянуть в скайп, в конфу. Давай до сотки. Ты в 14.00 сказочник, но перед тобой еще Джек Рост. По расписанию 13.05. Ну, тогда я и заканчиваю сейчас. Я прошел 56 метров. Все, я тогда заканчиваю. Всем спасибо. И я еще потом позже буду. Все.